В Ленинском городском округе продолжается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 231. Таким образом, по состоянию на 9 ноября с начала пандемии число заболевших составило более 4000 человек. Число выздоровевших пациентов за прошедшую неделю увеличилось на 99 и всего составило 2893 человека. Количество лиц, зараженных коронавирусом и проходящих лечение амбулаторно, составило 1433. Число пациентов с вирусными пневмониями – 331. Также в пресс-службе ВРКБ сообщили, что в Ленинском городском округе сохраняется динамика увеличения числа контактных по коронавирусу. За неделю этот показатель повысился на 333. Всего в муниципалитете зафиксировано более 3500 контактных по COVID-19, из них 740 детей. За неделю стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступило 293 человека, из них 56 жителей Ленинского городского округа. Выписано после выздоровления 288 человек, из них 54 местных жителей. На сегодня в стационаре состоит 486 пациентов, из них 99 жителей Ленинского городского округа. В отделении реанимации 23 человека. Все аппараты ИВЛ заняты. Медики просят соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.